Наутилус Помпилиус в первом еще составе. Угу. Алиса там, ночные снайперы. Ну, в общем, мне это близко и нравится. А тебе? Угу. А я тоже была на концерте группы «Чаев», например. И на концерте Гребенщикова я была. Ну, так что у меня тоже есть опыт. Выбирали мы вместе, попереругались так слегка, но все-таки мы пошли от обратного. Не от музыки, а от того, что мы хотим рассказать. Хотелось похулиганить, наверное, пошалить, и мы пошли в эту сторону. И нашли чудесную композицию. Леша. Ну, нет, говорит. Просто смело. Да. Смело прыгай. Почему интересно? Придумываешь идею, есть во что поиграть. И сами собой находятся элементы. И вроде бы страшно их делать, но... Очень хочется. Очень хочется, потому что они именно подходят вот к данной теме, к данной программе. И делаем, хотя страшно. Да. Алена и Леша сегодня танцуют под песню Гарика Сукачева «Дроля». Не могу. А вот. Да ладно. А ты? Она? Слушай, я перезвоню. Плохо.
плохо мужику, когда он не знает, чего хочет. То ли водки с пивом, то ли в баню, то ли на шелковые простыни. Умная женщина всегда сделает так, чтобы мужчина понял, чего же ему хочется больше всего. Под песню Сукачева, наверное, танцевать было легко. У ребят и получился легкий, веселый, ну такой ироничный, что ли, танец. Все поддержки. Причем поддержки новые, а одна сверхсложная. Вот не это. Сюда Алена просто взлетела. Здесь немножко испуг был на лице, когда ее так сильно завращал Алексей. А вот когда на самом верху вертолет, то, что раньше называли, получилось на ура. Длинный вариант.